Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча, она называется «Богатый бедняк». Жил когда-то один благородный человек, который приобрел редчайшую драгоценную шкатулку из ароматного сандалового дерева, отделанную золотом. Этот благородный человек публично объявил: «Эту ценность я отдам самому бедному человеку в мире». Множество бедняков приходили к нему за этой шкатулкой, но он неизменно отвечал: «Ты не беднейший человек в мире». Все были удивлены: «Действительно ли ты собираешься отдать кому-либо эту шкатулку?» Благородный человек отвечал: «Я отдам ее самому бедному человеку в мире, а я скажу вам, кто самый бедный в мире человек. Самый бедный человек в мире – это никто иной, как наш царь Прасенджита». Эти слова постепенно достигли ушей царя Прасенджиты, который был очень этим рассержен. «Как же так? Ведь я царь. Как же я могу быть самым бедным человеком в мире? Ступайте, найдите этого человека и приведите ко мне». Царь Прасенджита привел этого человека в свою сокровищницу и спросил его: «Знаешь ли ты, что это за место?» Благородный человек ответил: «Это сокровищница, где вы храните золото». «А это что?» – спросил царь. «Это сокровищница, где вы храните серебро». «А это что?» «Это сокровищница, где вы храните драгоценные камни». Тогда царь Прасенджита сердито закричал: «Так ты знаешь, что у меня сокровищницы полны золота и серебра, что у меня столько богатства? Как же ты можешь клеветать на меня, называя самым бедным человеком в мире?» Но этот благородный человек ответил, что хоть царь Прасенджита обладает богатством, он не в состоянии заботиться о нуждах других людей своего царства. Хотя царь и был богат, но применить свое богатство не мог. Так разве же не был он самым бедным? Но вот такая притча, буддийская притча, она называется «Богатый бедняк». Пока-пока, до свидания.